вашему вниманию предлагается резолюция нашего митинга народной воли. Первое. В настоящее время на Украине произошел государственный переворот. Власть захватили украинские националисты, которые немедленно начали репрессии против работников милиции и политических оппонентов. Второе. Деятельность Верховной Рады нелегитимна. Севастопольцы ее не признают. Чтобы вернуть ситуацию в законодательное поле, мы требуем от депутатов Верховной Рады, фракции партии регионов и Коммунистической партии Украины сложить свои полномочия, свое решение от имени Севастополя доводим до регионов Украины и Автономной Республики Крым. Третье. Поручить избранному городскому голове незамедлительно приступить к формированию городского исполнительного комитета, отрядов поддержки охраны правопорядка и создания муниципальной милиции в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города. Кто за данную резолюцию, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Резолюция принята Севастополем единогласно. Yeah!